как-то не получилось у меня тогда показать, как я варю кашу манную. Вот сейчас получается. Такую, видите, люблю, не очень густую. Вчера у меня получилась густая, вот настоящая каша. А я люблю жиденькую. Начинаю, все там снимается, все видно. Постоянно помешиваю, чтобы не было этих, как она называется, сгусточек. Вот она уже почти готова. Вот видите, когда вот эти бульбочки пошли, значит кашка готова. И когда вот это белое молочко как налет, все ушло, значит каша приготовилась, можно вкушать. А еще варю свеклу. А, горячая. Там детки кричат. Такая, видите, жидкая кашка. Сварила себе. Кто молодец? Я молодец. Правда, неудобно одной рукой. Взяла чистую ложечку и чуток малинового варенья. Буквально чайную ложечку. Потому что сахар не кладу, а с вареньем вкуснее гораздо. С медом люблю, но меда нет у меня сейчас. Сейчас скажу, как получилось. Обалденно. Всем приятного аппетита.